Сейчас Так, все, разберемся. я хочу хилить. Кто мне уступит хила? Ну, так ты и так в хиле. Этот. Там, вон, идите все в 5 хилов, и ты и Воу еще, в 7 пойдем. Угу. Так, подожди. Есть кто из миликов, кому первый босс не нужен? Сейчас я посмотрю, я не помню, что... Не, пока Джеймс не ливай. Тебе какие шмотки нужны из тюрьмы? Ребят, я всех локов прокликал, почему никто не присмотрелся из вас? Всех локов абсолютно прокликал. Может быть, все в портал заходят? Ну, типа, все абсолютно кажется... Ну, зачем ты сумонившийся и все? Два из трех локов в инсте стоит на шкаф сумонит. Да, вам сказали. Так, Бирану никто так и не начислил, ЕП, окей. Начисли. Нет, не то, что нет места. Пришел Сумон вам? Вообще, если кому-то надо, я... Аня, я могу... Приоритета нету, и принято, я могу что-то... А тебе пока он ничего... А ты единственный ДКшник. Не уступишь. Пойдешь. Ну, все. Пацаны, я пытался. Да. Меня интересует паладин. Говорил. Блин, тише. Чё ж вы такие громкие? Видели, кстати, что на X5 вы сделали с Майгуром? А нет, ты не думал, людей делать потише себе просто и все. Короче... Да у меня нет... Думаю, вот у меня есть пару человек, которые прям капец громкие, остальные все нормальные. Я заебался, пацаны, ну, нахуй. Вот берешь, короче. На пулу у холода. Берешь и каждого там ставишь на 50%, просто. Я хочу побить, блять, алло. Нет, ты в любом случае в лице будешь. Все. Тем более уже шею забрал, триньку забрал. Хиль давай. Видели, что на X5 сделали с обычкой мою игру? Это не только X5, это и у нас тоже. Видел, сегодня нерв шипает, и когда? Сегодня или завтра? Нет, по 2 токена будет падать с каждого босса. Не-не-не-не, на X5 именно что сделали. Там у магика 120 граммов хп. Ебать, как в ХМке. Это нормальная в практика. В обычке. Я вижу на каждом раунде выпускать. И на пуле тоже 100 лямов плюс. Ну так же там у силки, брюли, если пацанов там. У них кто-то, у них суммарно ДПС 200 тысяч. У силки брюли, конечно, помогают, но 200к. Нихуя себе, ссылки брюли, пиздец как помогают, особенно парень не пиздевал, все это донатят, пол, блядь. Ну, так, Валера, в принципе... Нет. Подождите, надо один момент решить. Валера Энлит, у тебя, в принципе, есть пушка, ты ж уже получил. Надо взять Джеймса. Джеймс, заканчивай, возьмем тебя. Ну, я не беспокоен. Что выбил. Пушку. Потому что эта пушка очень часто падает, бля. А ее просто некому будет взять. По-моему. Сейчас добьем трэш, вот лишь. Ты чаш лучше. Ну так у Джеймса нет пушки вообще. Джеймс. А я за 10 ЕП забрал. Че это за злорадство бизнес? Зачем вы друг друга злорадствуете? Хотя бы, блядь, все на гильдии, блядь, друг другу вот так, не знаю, троллить, это же пиздец. На туре, ебать. Вы чё, блядь? А есть почта? Меня троллят, блядь. Тогда. Меня троллят. Чё за хуйня? Я ШП на самом деле, а не ДЦ, блядь. Меня просто заставили. Так же, как и я. Вроде бы ДКДД, блядь, оказывается, танком на полставки подрабатывает. Да не, ну самое главное, чтобы потом не сказали, давайте Рианте отдадим чарку на ШП, блядь, будет у нас ДЦ, блядь. Ну, Ярослав, тебе вообще там нельзя это, короче, что-то высказываться. Ты осколки, там все дела собираешь. Ты еще должен это... что делать, а? Твой хлеб приносить. Облизать все, что надо. Ребята, перед боссом можно кто-нибудь почту поставить, пожалуйста? Мне кажется, пока.
А пока соберет шем, он хуй спекнется в танках. Вот, перед входом поставил. Он соберет шем и скажет, пацаны, я в экзальде, нахуй. Его, к сожалению, туда не возьмут. Почему? Нормально, дамажит. Туда сейчас никого не берут. Ну, это сейчас. Есть кому из хилов? У кого фласки надо дать? У кого? Бонда. Тюрьмы. Так, тут Стрелька спрашивает, есть кто, кому первый босс нужен? С хилов, шамана. Кто ему уступит? Пояс. А? Пояс надо. Что? Пояс нужен. Пояс у Жени есть, пушка. Давай, Женька, ты на этого босса уступи Стреля. А кузник типа больше просто, да и все. Так у них есть просто. Ну типа заранее, пусть они его пышут и все, если он упадет. Поставь шкаф кто-нибудь. Давай я чмыгу уступлю. Да, оставайся, хант хоть один. А, тут ZP это вся хуйня, да, раздается? Да. А, я понял, иди войд нахуй тогда, понятно. Ясно. Если чмыгу уступит, я не, могу... Не, ну чарли приоритет, надо, если выпадет на ДЦ, почему нет? Конечно, если выпадет на ДЦ, приоритетом пойдет тебе, выпадет на ДЦ. О, ебать, охуенно. Ебать, я так рад. Ты прям счастлив, да? Что прям на ДЦ пойдет тебе? Я вообще, пиздец, не знаю, куда деться, нахуй. Ой, да, блядь, пожалуйста, тише, ну ты быстрее закончишь, чтобы я освободился. Женька, да, уступи стреля на этого босса. Стрелю сон. Оф, не просто персонажа. Так это босс, ничего не падает. Пояс падает. Ремень и еще пухо падает. Сейчас, секунду, подожди. Это не падает боссу, Саша. Падает. Пухо да. Падает теперь со всех боссов. Пояс если что, вчера падает, у нас падало. А, упала пушка. Не. Да. Поэтому пухо нужно. А я-то думал только с определенным боссом. Тут, если что, дерево проросло. Раньше не было. Все, тише. Андрюха танчит на пулы в уфолога, следите за огром своим, Христа ради. На пулы в него бегаете за печенькой, милики бегаете за квадратиком. Выносите метки обязательно. Джеймс. На крик отворачиваетесь. Да, на крик отворачиваетесь, метки выносите. Милики от сотрясающего убегаете. Джеймс, чего не хватает? Фласки раздают мистер Мейлику, кинь, он тебе даст ДДшный фласк. Геру с полу или подождать? Лучше. Геру с пула, да. Только подождешь чуть-чуть, чтобы Андрей набрал агра. Ну, я скажу, когда дать. Все, давайте готовность. А о, Мария, так как она, как понимаю, не ходила сюда толком. Раз. Маша, ты не ходила ни разу? Смотри, Маша, первобытный ужас. Отворачиваешься от босса, ты можешь всегда просто спиной стоять. Это первый момент. Метки будут кидаться на тебя метки. Метка скверны, по-моему. Ты должна будешь выносить в стенку. Просто максимально сразу быстро беги в стенку. Если в этот момент босс кастует первобытный ужас, когда ты ему выносишь метку, ты должна будешь боссу спиной возвращаться. Если они кастуют, возвращайся лицом. То есть, желательно... когда босс кастует первобытный ужас, когда босс кастует первобытный ужас, ты должна всегда быть спиной к нему. Желательно метку вынести рядом с другой, то есть прям рядом. Или метку в метку. Похер. Похер, главное. Метку вынести. Не надо. Главное вынеси, да, мы уже среагируем. Что, давай потом, уже по. Геру давай, Марусич, как раз на пол и засуну. Ваш при стадии спойлят, если что. Древен Марсес, вот смотри, как они выносят, видишь, он вынесли в стенку. Максимально быстро побежала, если на тебя нет. Скоро будет первобытный ужас, приготовься, Маша. Отвернулась, отвернулись все. Сокрушающие милики. Будрева на Хиса вынесли. Бенвинаси и Майлик и отвернулись. Нажми гимн-прист какой. Има сейф, если есть Майлик, давай. Хорошо.
Сокрушающие милики убежали. Минус дадите 250. Лаксарону, Маша, выбеги, Маша, выбеги. Сдвинулись за печенька немножко, она не вынесла метку. И возвращайся к нам, Маша. Отвернулась, отвернулись, отвернулись все. Хорошо, вроде все отвернулись. Так, лоу, дай БР, побей не Бенаси. Будревен, мистер Бонд, выбежали. Вставай, Бенни Бенаси, ловите его. Ребафните, дайте еще одну геру. Сокрушающие миники убежали. Первобытный скоро будет. Числовность, Марухич, выбежали, отвернулись, отвернулись. Кто убегает спиной? Разворачивайтесь. Варианте прохильте. Все, это весь босс. Числовность Тинер по Эли, Кусяо по Майлику. Кусяо, Рианти и Элла выбежали. Не успеет выбежать, побежали за печенькой. Милики отбежали, сокрушающие, не бегите под сокрушающие, отвернулись, отвернулись. Перебежали на другую сторону все. Хорошо. Бексиона, Марухич побежали. Милики, отойдите немного. Печеньку, Милик. Ой, то есть квадрат. Ужас. Мистер Бонд, Марухич. Мистер Бонд, Марухич, и отвернулись. Сокрушающие милики свалили. Дайте им пострелять, если вы. Мистер Бонд, Марухич. Выбежали. Маша, закинь Инер постреля. Первобытный ужас скоро будет, приготовились. Отвернулись, отвернулись. Да кто стучит там? Марсес, Марухич. Оу, ноги на ханта и кольчуга на шамана. Ебать, запы выпали. Сука. Ну? Ну так единственное, ты их и будешь уронить. Запы. То же самое, что... Или у тебя такие же есть? Не, у тебя такие же есть? Не, у меня другой бонус. Более-менее. А шо это? Подожди, этот бонус вообще усилит или нет? Тебя. Сейчас смотрю. Если не усилит, то пусть лучше вару заберет, да еще. На ханта угарная, мне кажется, да? Тема. А мне вот интересно, а типа вот шмотка с МП5 и на ней чарка на шанс критического урона. Топ шмотка, ты че, бля? Это... Как это, ну, типа, что. Критический хил. Шмотки берите, потому что частично, короче, мою тему одобрили, то есть реворк, типа, самому можно сделать ее чаром. Ну, кстати, значит, у Макава есть такая чарка, тогда ему поменяет, если что. Может быть, на чарке или что? А что, в чарке можно менять? Может быть, да, да. Можно. А, ну, все равно будет. Я скажу, что возможно будет, можно, потому что частично одобрили. Так. Пошли. Посох. Дай, идите трэш чистите. Твою тему одобрили, Андрюха? Кусяо 6 раз. Кусяо 6-2. Кусяо 6-3. Поднимите Кусяо 6-ка. А скинь тему. Женя, ЕПш. Десять раз. Барменталь тебе с РПБ надо? А это не ДКшный случай? Сука, меня разъебали. Ну, это ДКшный, что же на бонус? А не бисовый, блядь, просто навара на ДК, не биса, даже не считай бонуса. Угу. Самое лучшее потом тут за... Ну, давай недосрочно, потом выпадет, а шнурки, блядь, все тут. Давайте ужать друг друга, я шнурки сейчас наденем, блядь.
Ну, сейчас поймал, нет, за что? Я на том КД за пятнашку забрал, ебать. Сука, легалась. Кидай падает. Обмен, шнурки кидай обмен. Минус 10. Ты вы что шнуркам дали? Запы? Да. Так там на ДК чарка? Не знаю, что на ДК чарка. У ПКВ есть чарка тоже. На запах. Такая же? И у него запах. Не, у меня другая, у меня чуть хуже. Ну, Вальд за тролль не сильно играет. У него там лик смерти наносит урон. Угу. Она тоже на анхолика. Но здесь прям блядь, на анхолика. Понятно. Здесь получается. Грудь на Ршама, хапала. Стрель надо? Хапал тоже можешь поипешить. Не хуй там, не хочу. Раз, два, три, кидай обмен, Марухич. Мы тут сапроты типа, будем пить? Чарка ничего не дает. Лишний сакет лучше. Давайте я возвращаюсь. Ноги, хантишки. Чмыга 10. 10 раз. 10, Джеймс 100. Раз. 200. Давайте такой энергичнее, пожалуйста. Это два мейна или 200. Как? 200 раз. 200, 300, раз, 500, раз, два, три. Кидай обмен, чмой. Считал медленно, если что. Без обид. Все, можно будет, когда апнется. Сейчас на данном этапе посох не апнусь. Бисло. Так, что тебе дать? Возьми сапрот лучше выпей. Так, давайте, кто там уходит? Я иду обратно в рейд. Так, теперь, кто из шарящих? Апокал, ты шаришь, как ловить мобов? Давай ты будешь ловить мобов, короче, у миликов. Сань, я бы не ловил бы. Там Женя в рейд хочет. У меня проседают кадры до двух, до трех, что-то пиздец. Женя, шнурки, понял, как ловить мобов? Какие? Которые бегут на тебя? Да. Ну, отбегать от них к стене. Да. Все, короче, ты ловишь мобов тогда. Стоишь на фул рендже. Самая дальняя цель должен быть из миликов. Слева будет ловить Чеславность, будет ловить справа, давай Дексиона. И эти же люди ловят сферки справа и лево. Так, Женя хочет в рейд. Окей, что там падает? Кто уступит ему? А пока может. Вообще похуй. Давай. Чмыга, Дима, ты уступишь? Ну, могу уступить. Давай, ничего не падает на тебя. Женя, заходи. Оставь стишка. У тебя лов не персонажа, Дима. Дальше нужен будешь, Дима. Теперь, из тех, кто здесь не был по тактике, босс делится на две фазы. На первой фазе. Во-первых, босса мы должны перевести на 50%. На 50% он переводится, чтобы у него 0 раги. То есть на 58% стопаем по боссу урон. Все милики бегаете в квадратики. Теперь слева стоят определенно Рианти, Скибиди, Пипилок, Лаксар, Кусяо. Справа Марсес, Марсес Будревен, Дексиона, Стреля, Уолл, Джеймс, Элла, Вейт Спирит, Мейлик, Марухич, Онус слева. Так, теперь, Слава, я тебе уже объяснял, как хилить становишься, также под босса гимн нажмешь. Маша, ты тоже можешь вместе с Лавой начать со средней дистанции бой. Смотрите, что опасно на первой фазе. У босса есть такая уешка. Она идет либо от босса, либо идет к боссу. Когда она идет к боссу, она будет идти по дальнему радиусу, потом средний радиус, потом узкий радиус. Там будет появляться такая тьма, ваша задача выбежать из этой тьмы. Либо может идти по узкому радиусу. По узкому радиусу идет от босса, потом средний радиус, потом дальний радиус. Так, теперь распределяем массейвы. На первое дыхание отдает массейв Мейлик обязательно. И Войд нажимает гим. Потом мы все дыхания должны пережить и будем держать на вторую фазу. Барменталь, прыгай в ретли, космос сокрой. Так. Дальше. Это на первой фазе, что самое страшное. Потом. На первой фазе тоже будут выходить мобы. Они выбирают какую-то цель, а цель самую дальнюю выбирают. Поэтому... Будем стоять назначенно.
Но если мы с Дексом будем перекрывать сферы, то мы не сможем его охладить. Заберу другие люди, если что. Прочитал, самое главное. Я прочитал, подожди. Короче, выбегают мобы, если они бегут вас по какой-то причине, то вы должны просто будете их вынести с рейда. То есть, значит, что это значит? Выбежали примерно в сеночку, моб у вас вырезается. Ждете, пока у вас моб зайдет. Моб зашел, у вас резался, под вами уже появился. Сразу выбежали из этой ужи. Быстро. Вот. Это первая фаза. Это все же самое страшное на первой фазе. Начинается вторая фаза. На второй фазе добавляются сферки. РДДшники будут по ним играть. Добавляются метки. Метки нужно будет выносить. Выносите метки. Метки выносите. Не выносите их вот эти вот дырочки. Видите, вот здесь есть дырочки такие. В эти дырочки не забегаете. Не выносите на возвышенности, вон типа решетки. Выносите их в ровное место. Вынесли эти метки и выбежали сразу из них. И когда босс наберет 100% ярости, у него будет кастоваться каст погружения во мрак. Ваша задача будет забежать в это погружение во мрак под конец каста. Тогда вы выживете. Если не забежите, сдохнете. Вам заранее будет пару раз параноншин. Сейчас я тебе вуду добавлю. Сань, сопроты нет, мы будем сейчас пить. Бейте пока так. У нас хилов до хера и два сильных ардро. Сань, может я в лемо прыгну? Да. Давай, давай, ты в лемо. Все. Готовность на пул. На пул уфолога. Потом можете не уфолога напуливать, только первых парочку закиньте. Потом роги друг друга закидывайте, чтобы особенно когда бурсить будем. А мобов кто отводит? Мобов Барменталь, ты понял, как мобов отводить, если что? Ну все, ты тогда самая дальняя цель в милишников. Я буду самой дальней целью слева стоять тогда, что вывести. Справа давай, Макс, ты встань, самой дальней целью. От тщеславности Дексиона закрывают метки. Малик спрашивает, когда ему сейва давать. Смотри, мой Вадим, он когда будет первая печенька уходить, кастует дыхание. Вот нажмешь дыхание, под дыхание это, на сейв. Mm-hmm. Под первое. Все. Это в Майлику, если что. Геру? Да. Когда? Геру потом скажу. Тоже. Не спеши. На 50. Не на 50, чуть позже. Я скажу. Когда сферки появятся. Вон, сферку закрыл. Тщеславный, закрой эту сферу. Выбежали все остальные из этой сферы. Вот, пошел дальний радиус. Нажми, Вадим. Прохил, прохил всех. Средний радиус. Так, Кусяло БР по тщеславности, тщеславность по мне БР. Дебафните нас. Руки чуя. Скоро ждем мобов. 58% стопаем по боссу. Прохил это дыханием. Должны без массейва прохилить. Хорошо. Скоро появятся мобы. Мобы появились, пойдут в Барменталя. 54%. Стопнули по боссу. По боссу дайте стопнули. Каску пристопов. Тихо. По боссу стопнули. Да, 51. Мобы идут. Не бейте босса. С петами тоже стопните. Блять, перевели босса. Лови мобов. Пьем. Похуй, бьем. Нажми Элла массейв. Так, Лоус, бегай в лесни Барменталя. Марстес, выбеги, слушай. Геру дали. Джеймс, Марстес, Кусяло, шнурки вынесли. Элла тоже. Метки вынесли. Пошло по дальнему радиусу, выбегите пока из этих луж. Дайте еще одну Геру. Барменталь, ты следующий, что массейф нажмешь. Я когда скажу, последующее дыхание. Определенно Рианти, Элла, Лол и Майлик вынесли.
погружение. Так, приготовились заходить. Нажми барменталь массей. Выбежали. Прохил, кого есть. От сферок отбегайте. Ахиса, Уолл, Марсес, Дексиона вынесли уже. Встать? Да, кто может вставать, конечно, вставайте. А, Марухич сейчас щит. А, нет, нет. Нормально, нормально, даже душим, душим. Дыхание прожмите все, кто что есть. Свои сейвы. Красавчик. Ебать мы мужчины, вам не показалось-то, да? Дайте, а перевели бы красиво, вообще бы убили бы еще до этого, до мрака. Мужчины, смотрите, какие запы выпали, мужчины. Дайте ему срез. Ебать зап. Дайте ему срез. Ебать, 105 СПД, что вы ебанулись? Ловкости так. Нет, блять, хуета. Так нахила, ебать. Запы, блядь, что за запы? Мужчины. Запы, блядь, просто бис. Ну да, даже резко не угад. Ну, блядь, 105 СПД. Что там? Это называется запуск с 4 сакетами. Да, я так и не пойму. Так, есть давайте. Ли? Давайте мужчины ролить. А, жезл какой хорошенький упал, а? Мужчины? Ну, жезл такой же, как и... Треля 4К, Мархит 6. Раз. Скибиди 10, раз. Там скибиди 10. Марухич 11. Марухич 11. Раз. Пошла, скибиди 12. 12 раз, 12, 2, 12, 3. Дальше. Кожаная на аэродружку. Надо кому? 10 раз, Маша, 10, 2. Так ты для коллекции берешь? Этот дек, этот не надо хп вам? Чем? Это да. Параша на хп. Ну. Хоста есть. Ну это теория на саму. В теории, но это надо пузо отказываться. Мне на хп это не нравится, значит не надо. Вот. Угу. Ну, держи Маша тогда. Маша, оно если что чарится тоже. Многие могут паролить Войд 10 раз, 10, 2, 10, 3. Жезл, мужчины, и не только. По статам Марсес 10 раз, 10, 2, 10, 3. Лера, у тебя же точно такой же по статам, посмотри. Бессмысленно тебе давать. 260 вроде даже лучше, как по пакетам. Сокет есть по... Хорош, мужчины. С первого трая два босса. Да, это неинтересно. Вот сейчас все покажут. Так, у нас тут хп этих много очень РДДшников. Ладно, сейчас будем по тромбосе подходило. Как думаете, кто первым ебалом в пол ляжет? Все милики. Ну, мы такие. Ставлю на всех миликов, да. А пока он не ляжет, он просто в стане будет стоять. Опор в него придет. Это хорошая вещь. Так, первая пати, это будет бой начинать слева, по-любому, первая пати. Петелок, ты в демоне? Да, ты в демоне тоже будешь начинать. А мне уходить надо, можно там не начислить? Типа? Я уже начислил, ЕП, можешь уходить. А, спасибочки, все. Дайте баф, да, пожалуйста. Бля, ну тут 100 пудов саппорт, я думаю. Тут даже смысла нет. Надо всем саппорт перекрывать. В ДД даже смысла нет. Правда. Да, да, тут саппорт по-любому нужен. Саппорт, что ДД все равно ебало в пол лежать. Возьми, Андрюха, у фолок еще сапроты. Нужно, чтобы один человек уступил слот милику, бета-тестеру. Из РДДшников в идеале. Давай я уступлю. Там босс. Тапки не так сильно, в принципе. Марухич. Давай, стреляй, либо скибить избираться. Что-то. Ну это, засуманьте бетика, бетик тоже в миле будет.
Так, все, кто относится к четвертой, пятой группе, это люди, которые начинают бой справа. Первая, вторая группа, Войд, Пипилок, бета-тестер, начинают бой слева. Здесь вешаются два разных вида меток. Зеленые и синие. Все, кто вешает синие метки, они должны находиться справа. Ой, слева. Все, кто синими, находятся слева. Все, кто с зелеными, находятся в центре. Также, чтобы вас не станило, все, кто находится слева и у кого синие метки, должны всегда двигаться, либо прыгать. Иначе у вас будет станить. Двигайте, либо прыгайте. Запомните это всегда. Двигайте, либо прыгайте. Это первый момент. Второй момент. Когда вам сказали набрать рендж, набрали рендж, но, видите, вам метки поставили, к этим меткам близко не подбегаете. То есть, что это значит? Набрали рендж. Один, допустим, вот сюда стал, другой вот сюда, другой сюда. Босса можете не бить, главное, наберите рендж. Это касается пока что синих, все рассказывают. Сюда, сюда, ну, то есть, держите рендж между собой. Это первый момент. Когда вам сказали сбежаться в какого-то человека, вы сбежались в этого человека. Это тоже касается синих. Также босс будет кастовать сокрушающий удар. Касается тоже все синих. Вы убегаете от босса подальше. Итого, вам нужно держать рейндж, когда вам сказали. Сбежаться, когда сказали. И от сокрушающего всегда, абсолютно всегда убегаете. Запомнили это. Дальше. Теперь по зеленым меткам, кто здесь не был. Это третья пати от ППЛК, Дексиона, Будревен и четвертая, пятая. Вы стоите в центре, держите всегда рендж, двигаетесь как можно меньше. Для вас по механике. Когда сказали вам сбежаться, сбежались к одной цели, это первый момент. Второй момент. После сокрушающего удара босс кастует воющие тени. Ваша задача стопнуть каст, иначе сало повесится. После воющих теней продолжаете. Да, и теперь, еще подожди. И теперь касается всех остальных, и синих, и зеленых касается. Босс будет запускать такие рельсы. Вот, поставлю метку на скибиди, скибиди не двигайся. На скибиди поставил метку. Будут идти рельсы. Одна какого-то цвета, она будет идти либо зеленая, либо фиолетовая. Вторая рельса будет идти бесцветная. И в центре, допустим, вот где я прыгаю, я говорю, Женя, не двигайся, мистер Бонд, ты туда не двигайся. Вот, мистер Бонд — это бесцветная рельса. По ней идет такая бесцветная полоса. Вокруг него будет идти две какого-то цвета. Там, допустим, фиолетовая, либо зеленая, неважно. Ваша задача именно бесцветная. Ваша задача — забежали в бесцветную и ждете, пока пройдет цвет. Она идет, если что, от самого конца, вот оттуда, с крестика, прям дальше крестика, с самого конца, сначала. Вот с той дальней стены, к этой стене. Такая прямая линия, параллельная. Параллельная стена. Вот. Мистер Бонд — это бесцветная рельса, я, печенька — это цветная рельса. Ваша задача — остаться в бесцветной рельсе. Вначале проходит цвет, потом идет такой луч фиолетовый. Этот луч фиолетовый прошел, быстро забежали в соседнюю рельсу. Потому что соседняя станет бесцветной. А там, где стоял мистер Бонд, появится какой-то цвет. И ваша задача обязательно выбежать. Не выбежите, вы вайпнете весь рейд. Смотрите такой момент тоже. Чтобы вас эта рельса не зацепила, вы должны стоять не в центре этой рельсы, а чуть-чуть с краешку. Вот с краешку стоите, прошла цветная и прошел урон, вы сразу выбежали. Все, давайте фулл ребаф, надо пробовать. Еру дадим с пула, как босса поставят. Еще раз, первая, вторая пати, пипилок, бета-тестер Войд начинают бой слева, Будревен, Декс и четвертая, пятая справа. Это такие моменты здесь. Смотрите еще, если вдруг первая, вторая пати, пипилок, бета-тестер Войд на кого-то из вас повесилось зеленое, вы сразу же выбегаете в центр. Если же из четвертой, пятой и третьей, кого я не назвал, повесится синее, то вы выбегаете наоборот влево. То есть все, кто с фиолетовой меткой, она возле витки появится, должны будут всегда быть слева. Те, кто с зеленой, в центре. Все, давайте, каску покиньте по пипилку. Перебежали в этот... Все, кого я назвал... Все РГДшники, начиная с третьей пати.
Кусяо, Юра, ты тоже начинаешь не с этой стороны. Ты как слушал? Все, все готовы. При подтике тоже нажимайте. Здесь фронт тоже очень важен. Быстро, чем быстрее убьем, тем проще босс. На пулы в уфолога. Все, на всех, кто стоит вот с правой стороны, должна повеситься зеленая метка. На кого повесилась фиолетовая, перебегает в центр. То же самое. Падает. Почему падаем? На уфолога зеленая повесилась? Да. Наверное, за много людей тебя отправят. Да, да, давай. Тогда Слава... Не, не Слава, кому тут можно отправить? Например, Пепелок. Да, зайдите все в лужу, пожалуйста. Я просто не знаю, зачем мне фиолетовый, если я просто ФК визовый буду. Зачем вы убегаете? У вас Кера КД, алло. Просто умрите. Тише. Просто алло. Сдохните все, подойдите, кто выбежал. Сдохните, подойдите, да. А чё, под зеленый нельзя, да, затанчить? Можно? Нет. Он можно, но он, блядь, всех ёбнет. Там надо рендж держать от него. Но не на X4. Скажем так, это можно сделать, но это только, очень только без миликов, если наверное. Если хоть чуть-чуть... без миликов сложно будет босса убить. Смотри. Я не хочу ничего обсуждать, это невозможно. Ему двигаться надо. Исполнением тактики это нереально. Типа, не хочу обсуждать. Назовем, что невозможно, да. Там милик подойдет и пизда, все. Да. Идите рыбу ешьте, рыба стоит еще. Почините все. А есть у кого припоты у меня закончились? Да угоните пару штучек. Штук 10. Сейчас еще рыбу поставлю. Ну, реаньте, давайте. Дайте припотов кто. Лера, выручаешь по-братски или по-сестрински, по-матерински называем. Пристабав лапу. Короче, чисто Леру в бабушке записали. Да, да. Лера, пошутите. Мать. Лера, мать. Крянчи просто хидотки закидывай, либо прыгни еще в одного ДЦшника и все. Да может быть просто он ШП это... ШП это практически лучший класс из РДД, который может дамажить и при этом бегать. У него процентов 60 урона, это просто инста-косты. Так я ж про это и говорю, что бегай просто косты закидывай, либо в ДЦшника прыгай, да и все. Ты просто жмешь ШВД и чуму спамишь, все. Ты также можешь встать, палец спокойно закастовать, подвигаться. В чем проблема-то? Все, Андрюха, подсказывай по синим меткам, а я по зеленым буду следить. Воксар, Маша. Пепелок с нами. А, все, отлично. Припоты приготовили, нажали. Рендж набрали сразу, РДДшники. Все, кто четвертая. Давайте. Плюс. Маша, не забегай к нам, тебе же сказали, не двигайся. Числавность близко с Дексионой, по-моему. Нормально. Тут нормально. Где-то. Нормально, нормально. Это хорошо. Стрелья сбежались, к стрелья сбежались и кусяло. По пару людей. Нет, все. Выбежали, служи выбежали. Скоро будут рельсы, все приготовились уворачиваться от рельс. Бесцветное ловим. Ждем. Перебежали. Вы умрете. Еще касается вас. Да, массейф нужно отдавать будет. Это первый момент. Второй момент. Я дал. Рендж держите. Можно бетика под ебуна. Можно, подъеби.
А что это? Что там? Это, а что это за фиолетовый луч? Фиолетовый луч? Ну, поезд. Не-не-не, вот, только что... Это называется конфликт стихий. Не-не-не, вот такие... Мы... У них стоят молча. Молча, блядь. Слушайте, фиолетовый, смотрите, короче. Это получается такой момент. Здесь момент, когда у нас лучше набрать рейнджом. Да, запомни. А есть момент, когда просто фиолетовая дымка мгновенно появляется под вами, под боссом. Без всякой озвучки, то бишь. Если вы ее увидели, максимально быстро с ней бежите. Иначе вас ебнет. Ну я про них и спрашивал, понял. То бишь, запомни. Здесь момент, когда он озвучит, когда набрать рейнджу. А есть момент, когда просто мгновенно появится. Ну, только что, я понял. Также, смотрите, касается всех, кто в центре РДДшники. Держите рейндж между собой. Мы сейчас, кстати, выжили от рельса, сдохли из-за того, что раньше не держали. Меня, по крайней мере, точно так убили. Там кто-то просто рельс не свою полутал. Конфликт стихий. Нас еще убило, и мы бы выжили. Но меня убил конфликт стихий. Как и многих. Я же тебе говорю, еще было рядом много людей. Это тоже надо учитывать. Так, вспышка с первого. Ты там было две лужи, ты просто не успел с них выбежать. Я две лужи уебало. Блять, не было никаких луж. Просто это люд человек рядом стоял, вот от тебя проходит урон, такой гейзер сверху вниз идет. Так, это, если... это активация скверна, это не то. У тебя вспышка скверна. Нас уебал Маелик. Конфликт стихии он сделал. Это не своя рельс, если я понимаю, на зеленой стоит. А сколько здесь вообще паровозиков будет? Ну, с нашим ДПСом, если не сдохнут, 3. Нихуя. Переживаем и убивается босс. Смотри, бля, теперь я тебя не подъебываю, бля. Все, тихо. Два человека будет говорить, Андрей, и раньше уже набрали. Он кусял у Оксар рядом с ним. Дымка разбежались. Медики набрали оранжевую. Перед оранжевую. К РДшникам не бегите только. И бей. Молодцы, все выжили. Рэндж держите, зеленый рэндж держите. Вот, видишь, что у нас убивает? Недержание рэнджа. К пепелку надо сбежаться, к пепелку еще пару человек. Определенно подбежал, ну быстрее. Сейчас сложит, выбежали. С этой лужи. Ты сам себе сказал? Берните стрелю. Все, продолжаем бить. Скоро будут рельсы, приготовились. Вот, рельсы пошли, приготовились. Выбежали на бесцветную сразу, на бесцветной. Стоим, ждем. Ждем. Перебежали. Вы умрете. Понятно. Пробуем бить. Каст, стопайте на воющих тенях. Рэндж держите зеленый. Пепелок и Лера. Видите, вокруг вас эта лужа такая. Если где они совпадают, то по вам проходит двойной урон. Волос бегите, волос бегите. Стрясающий удар, милики, аккуратно, не подбегайте. Стоп-каст. Скоро будут рельсы. Рэндж держите зеленые. Локсар очень близко. Вон два человека рядом, сейчас сдохните. Лок и еще кто-то, два лока. Майлик и... Нужно сбежаться к Майлику и к... Будрэвену, по-моему. Выбежали с лужи. Рельсы пошли. Перебежали. Это заклинание.
Вот что они. Давай простынку задам. Смотрите. Те, кто, блядь, пока не могут раздуплиться с рельсами, вы можете находиться вместе с медведем. И очень важный момент касается всех фиолетовых. Когда кастуется сокрушающий, кастуется белая пехня, вы сразу бежите от босса. И запомните, пожалуйста, тоже важный момент. Вы никогда не должны идти побежать в сторону мета. Либо спереди босса стоите, либо сзади босса, либо у стены. А я, кстати, удивился, то, что если я попал в этот в купол, который в стане стоит, чувак, то я тоже в стане буду, да? Меня сейчас застанило, но мне стаков не было. Я был с человеком, он в купол, я в купол заходил, он сказал, в купол я заходил в него. Ну, смотри, на нем только купол появился, и меня тоже застанило. Это баг Сируса. Смотрите, короче, вот, тоже важный момент, когда вот упорят вам лезвие, это касается опять же фиолетовый. Типа вам надо стоять на краешку лезвия, типа на бесцветном, соответственно, на краешку, но вы при этом должны тоже двигаться, либо назад идти, либо вперед, либо вправо-лево, иначе вам дадут ставку, все. Если вы будете ждать, пока взорвет. Ждать надо только зеленый, пока взорвет, и потом бежать, а вам надо всегда двигаться. Либо прыгать вверх, лучший вариант, просто прыгать. Как Андрюха сказал. Все, давайте, уворачивайтесь от лезвия. Сложного ничего нет. Стоите на бесцветном возле края цветной. Когда я сказал, сразу забежали. Или сами. Давай еще фиолетовый, я вам добавлю такой момент. Смотрите, когда озвучивают лезвие, видите вот эту всю линию, где мы сейчас лупим, он бежит. Ебаный кот. Вы просто по ней рассоситесь, когда вам сказали лезвие. И просто выживите на лезвие, все. Кто прям сильно не шарит, может идти за танком. Я вас точно проведу. Сейчас я вам на танке метку поставлю, сейчас, подождите. Вот вам на танке метка. Ты имеешь в виду лезвие паровозик? Овосы вот эти, когда идут. А, я уже научился, я уже научился, блядь. Сейчас я тупо стопаю, смотрю на них. И запомните, милики, запомните, здесь ДПС не так важен, ваш, главное живите. Вначале ДПС и Геру дать, и РДДшники наберите уже раньше, чтобы потом не бегали угорелые. Марсес вон рядом со мной, пилок нормально стоит. Держите раньше зеленые. Выбежали ми. Сотрясающе. У меня поиск ударил, я не мог уйти микрофон. Иначе, блядь. Ладно, бьем. С дымкой. Скоро будут рельсы, приготовьтесь. На рельсе нажмешь Malik Mass Save. Вместе с 50 на 50, бабл здесь не спасет тебя. Шквальный, приготовились. Все, сейчас ищите все места. Стали на бесцветную, ждем. Ждем, перебежали. Зеленый рейндж держите. Умрете. Ну, у меня кто-то ебнет. Ахиса, зачем в РДД зону забежал? Курки убился об этот, сопротивляющийся. С чего ты взял? Ну, ты сейчас живой же был или умер? Конфликт с стихией меня убил. С дымкой разбежались. Все, скан кто-то сбежался с противоположной меткой в другом. И пилок. И убил. Это был. Падайте. Именно падайте. Нам нужна Гера. Упадите все. Не убегайте. Ладно. Я предложить хотел. Три трая подряд, 8 миликов падает с пула. Наверное, надо оставить 4 милика возле босса с танком и остальные 5 миликов, которые с пула падают, их отправить в другой конец, чтобы они там набирали рейндж между собой. Я про фиолетовые метки. Я скажу, смотрите, я бы все озвучил прям идеально, но у меня плюс ебашил поезд, плюс у меня, короче, побавленная дочь ебашит. Я не понял, почему вам трудно увидеть фиолетовую дымку под боссом? Там же пиздец, она прям пульсирует. Их там много сильно. Я не знаю, ее очень хорошо даже видно. Андрей, ты послушай меня, понимаешь? Все бьют
в разных местах, и ты начинаешь убегать, а там уже насрано куча луж, тебя просто шотает. Угу. Так выбеги из них. Так... А ты понимаешь, ты сам подсираешь, и сзади тебя еще насирают. Нет никаких оправданий. Ну, Андрей, ты не бил, ты не знаешь. Я тебе говорю, ты спросил, почему, я тебе ответил, почему. Ты что, угораешь или что? Ну, типа. Так, батя, когда я там бил миликом, ты им, блядь, если ходил, тут говорил, как так ты можно, блядь, не убежать? Бил, мы убьем, тебе объясню. Все, спокойно, тихо. Затрывали время тратить друг друга. Короче, Маша, ты до сих пор ничего не поняла? Можно мне пояснить? Да. Я вот только что конфликт стихии сделал. Я правильно понимаю, что рейд зеленый переходит на левую сторону, когда сюда босс подойдет? Нет, неправильно. Ну так а почему я конфликт сделал? В центре?